Лиль, куда мы поехали? За Павлом и Гризатом. И еще кто там? Еще там будут волки и лисы. А еще? Еще там будут олени. А еще? Еще будут слоны. Слоны? Эль, голову высуни. Интересно, скажи, да? Давайте поближе. Кошек-то мы никогда не видели. Траву они очень любят, мне кажется. Ну да. Смотри, ему не хватает трав. Почему у тебя? Ну смотри, у него, видишь, песочек, а травки нет. Ему дядя травку принес, и он смотри, как травку принес. Такие холодные. Кто это? Не знаю. Это мангуст. Феня. Похоже на Феня. Можно его взять? О, еще один Феня. Он стоит. Да. Лиля, это кто? Это кто перед тобой? Мишка белый? Да. Да? А что он делает? Купается. А второй заладит. Они спят в садике, да? Шилка! Он спит. Он спит еще. Ну вот так и стоят. Вот здесь стояли сейчас. Смотрите, какие щеки уже у него. Сейчас он перевесит головой, не убежит. Папа, дай моим. Он съел моим. Смотри, Карин. Мама, он съел моим. Маленький, ты на щеки на его посмотри. Да, види. Упаковка там уже семечек. О, как головненький. Сейчас будет, сейчас вырастет. Вырастет? Лиля, ручку вытяни. Вот, на, не надо вот, с ручки надо кормить. Вот, Белочка, подходи. Белочка. Ами. Вот оборот хочется. Уточки. Дочь, это кто? Уточки. И лебеди, да? Да, и лебеди.
Они не разрешают, это их территория. Лебеди и гуси. А эти крыльями их гоняют. Стенка на стенку. Привет. Ой, пальчик. Ой, не могу пальчик засунуть. Ой, телёпунька. Молодец, Ленька, хорошо. Дом вверх дном. Самый большой в Европе. Лиль, смотри, какой большой дом, да? Смотри, вверх дном. Ну, упал вот так вот. Смотри, где. Где машина стоит? Входим в дверь. В дом. В дом верну. Давай посидим. Давай, садись. Давай. Бегом, бегом. Ангел плакал. Нет, Наташа, так нельзя. Почему? Думаешь? Да. Смотри. Леня, отойди. Возьми, с тобой так. Я тоже хочу так. Давай, попробуй. Посмотри на папу. Я хочу, чтобы не море. Ну что, ты издалека посмотри на дом. Олег, скажи мне, что это строители неправильно его построили. И мы он не упал. Будем его переворачивать, Лиль. Мы будем Лиль, его Лиль, это смотреть. Был торнадо большой. И его сюда принесло ветром, он упал сюда. Понятно, а это правда. Шашлык не хотите? Из леопарда. Сейчас. Приятного аппетита, а мы продолжим наш маршрут чуть попозже. Хочешь попробовать? После обеда. Горячий. Лиль. Приятного аппетита. Всем. Всем. Привет. Мишка такой, видишь, из Гималай. Марк, стой. Стой, Марк. Лишки не будет, Танцуй. Видишь, танцуй. Давай, есть что дать? Да, надо что-то давать, он так-то в тупую не пойдет. Надо ему что-нибудь. Нет. Он в тупую. Давай, вставай. Вставай. Стой. Давай. Сейчас будет просить. Да не надо так. Дай я дам. Второй. Вставай. Молодец. О, красава. Служить. Вставай. Вставай! Он просто раз человека за руку оторвал. Считайте, 7 бат вам достался сегодня. Привет! Сейчас она кинет к тебе ее. Допросишься? Я не пойду боюсь. Это был зоопарк Новосибирский. Нет, это был
Новосибирский зоопарк. Так, интересно. Любит же меня? Смотри, как тебе зоопарк? Понравилось? Вместо садика про канала? Молодцо! Беля, обнимай.